частности, говорили о ситуации с изменением схемы движения при выезде из села. Мера, необходимая для развития курорта, подчеркнул мэр. И с ней жители должны смириться. Никакие протесты, тем более несанкционированные митинги, не должны вредить имиджу Сочи. Речь шла о блокировании 5 октября местными жителями федеральной трассы из-за изменения разметки. Закон для всех один. И для мэра города, и для человека, который импульсивен и горяч. Но закон, он требует одного – порядка. Есть порядок. Не нравится – ошибка. Но есть прокуратура. Но если кому-то в голову взбредает, что надо перекрыть и ухудшить, там же люди едут, скорая. Публичные мероприятия нужно всегда согласовывать. Это обязательно. А за несогласование есть и административная ответственность, и есть уголовная ответственность. Люди будут наказаны. Изменения при выезде из Сергиполя на федеральную трассу произойдут, причем кардинальные, подчеркнул мэр. В частности, до конца года будет снесен один из торговых объектов. Это позволит добавить на этом участке дороги четвертую полосу. Более того, уже сейчас юристами прорабатывается вопрос о полной ликвидации торговли на этом участке автотрассы. По мнению экспертов, это позволит полностью забыть о заторах в этой части города. Говорили на встрече о ремонте дорог, качестве вода и энергоснабжения. Что касается последнего, то до конца года сельчане должны забыть о перепадах напряжения, так как главную причину – покосившиеся столбы и старые кабели – в этом населенном пункте заменят. Подняли вопрос и отсутствие мест для захоронения на местных кладбищах. Глава города потребовал ускорить процесс выделения нового земельного участка под погост. Решится в ближайшее время и вопрос с газификацией местной школы, пока она на печном отоплении. Анатолий Пахомов дал поручение финансовому управлению выделить деньги на проект. И к 1 сентября 2017 года учебное заведение должно уже перейти на голубое топливо.